На этот автомобиль сотрудники ГАИ обратили внимание не случайно. И для хозяина одной проверкой документов дело не ограничилось. На машину водителя оформляется акт о наложении ареста. Данный автомобиль принадлежит должнику, у которого имеется штраф ГИБДД в размере 50 тысяч рублей. Данный автомобиль будет передан в торгующую организацию для последующей реализации. После реализации полученные денежные средства за данный автомобиль пойдут в счет погашения данной задолженности. Это касается не только должников по штрафам, но и злостных алиментщиков. Если их долг будет превышать 10 тысяч рублей, то водителя лишат прав. И не только. На судебную скамью из-за несвоевременной оплаты штрафов попал 30-летний водитель. В ходе разбирательства он был признан виновным, и ему пришлось заплатить административный штраф в двойном размере. Если водители вовремя не оплачивают свои штрафы, материалы передаются в службу судебных приставов, которые могут наложить такие меры, как арест имущества, например, автомобиля, либо запрет на выезд за границу. Подобный случай в этом году происходит впервые. Ну а в 2014 году за неуплату было арестовано 9 автомобилей. Аусур Рахматуллина, Евгений Лазаев, новости НТР.